Сейчас. Вы все уже знаете значение этого слова. Поэтому сегодня давайте узнаем его произношение и как оно используется в разговорном русском. Всем здравствуйте! С вами Эллен и канал «Изучайте русский с носителем». Итак, «сейчас» означает «в настоящее время», «теперь». «Сейчас магазины закрыты». О недавнем событии в прошлом, только что. Мысль сейчас мелькнула. О ближайшем будущем, очень скоро, немедленно, быстро. Мы уходим сейчас же после обеда. Тотчас, немедля, сию минуту. Я сделаю это прямо сейчас. Наречие «сейчас» произносится как «щас». Например, «я сейчас выхожу». «Я щас выхожу». «Мы сейчас уезжаем». «Мы щас уезжаем». Я сейчас куплю это. Я сейчас куплю это. У тебя сейчас урок? У тебя сейчас урок? Я сейчас скажу. Я сейчас скажу. Они сейчас сделают это. Они сейчас сделают это. Есть еще одно разговорное выражение наречия «сейчас». Которая используется как отказ, как элемент отрицания чьей-то просьбы. Нет, никогда, ни за что. И оно произносится как... Щаз. Мы акцентрируем произношение на звуке «з». Щаз. Например, дашь мне твое платье на вечеринку? Ага, щаз. Это означает «нет, не дам». Ты дала ему денег в долг?
сейчас. Это означает: нет, я не дала ему денег. Ты едешь в гости. Сейчас. Это означает: я никуда не еду. Пока все. Всем спасибо.